вся сиралтушка гремит. Дай, дай боку, дай боку. Давай зайдем как короли. Умоляю, давай зайдем как короли. Я правила не знаю здесь. Прежде чем в хату войти, нужно познакомиться. Давай уедем. Я просто выхожу сразу. Здорово. Будет, да, здесь что-то? Давай покажем. Покажем, заедем. Мы сейчас самыми крутыми здесь будем. Я тебя умоляю. Если я облапошусь. Я тебя умоляю. Умоляю. Сань, ну вот один шанс на миллион. Вот уже нас заприметили. Павлик, смотри. Это ты организовал. Не-не-не. Ты здесь же понимаешь, что? Да. Смотри, вопрос такой. Мы сейчас заезжаем и просто даем здесь крутого. Нет, брат, смотри, 23.30, 23.40. Сейчас нельзя. Сейчас нет. Второй момент. У товарища у нас царапина, он боится спидом заразиться. Какие-то есть? Аптечки, не аптечки? Нет. Ну, это так уже я. Часто это не сколько тебе. Первый раз. Ну, тут вообще дуры. А ты про кого? Прости секунду. Не, ну вот 23.40 где-то, по стоку можно было. Там организатор начнет крутить. Уже 23.30. Организатор начнет крутить, а человек после него уже можно было. Организатор крутит первый? Да, да. Мы должны быть первыми. Мы тогда станем организаторами этой тусовки. Вы можете выйти в середину, если вас сейчас все знают, и вы просто, если вы просто ебанете. Ебанем. И что? Мы испортим все? Да я не знаю. Ну, скорее всего, Сань, нет. Мы станем самыми крутыми, прошу. А часто легавые приезжают? Это войдет в историю, момент. Хозяева вернутся на самый пьедестал. В прошлый раз, на прошлую пятницу здесь, до трех ночи. Сань, на секунду. Времена. Ты простой парень. В какой-то момент решаешься с круассаном прыгнуть на трамплине. Мы звезды, деньги, слава, знаменитости. Это тот же самый момент, но тут мы станем еще круче, понимаешь? Это просто проезд. Он нихуя делать не будет. Никто не осмелится здесь это сделать, потому что они знают правила. А мы круче этих правил, чувак. Ты меня подстрекаешь такой хуйней. Нет! Потом я все ответственность. Я всю ответственность за себя беру. Я всю ответственность за себя беру. Если что-то происходит, я выхожу и говорю. Я здесь хозяин. Сань. Может, он подстрекает нас какой-то хуйню? Каску тебе и погнали. Каску тебе и погнали. Я круассан куплю, блядь, брошу его в этот момент, если это нравится. Скажем, он, блядь, все сказал. На него пальцы. Тебя как зовут? Если что, Павлик. Павлик, пошла. Пошла. Если что, в машине. А? У вас, если что, третий. У него спит, он ненадолго сейчас. Он вообще не может. Давай. Ну, скажи, что он недоволен. Давай. Что Леха спидом заразился, и мы решили ему посадить. Порадовать, порадовать, проводить. А вы садите его из тачки, а мы тогда покрутите, и все, и а мы, если один бублик дадим, ничего страшного. Да я думаю, что... По-любому тут организатор, как Безумно Макси, вот этот главный, понял? Пойдем. Хозяева снова в деле, передайте всем. Ну что, мы тогда поехали, Саня, отсюда. Тут уж, по сути, делать нехуй. Правильно? Да. Кружок хоть проедь, я машину подсниму, и все, и поедем. Нехуй тут делать. А вот на челлендже это, походу, босс. Закрой мне окошко, чтобы мне не въебали. У тебя каска есть, у меня нет. Ну, блядь, меня вряд ли будут сверху бить, снизу, сверху вниз, когда, блядь, что, богатыри, ебать, на охране стоят. Ты вот так, блядь, вставай, и все. Да хуй его знает. Черепаху, как говорится. Сворачиваться в черепаху. В каску прячься, все тело. Я еще заметный, приметный. Не подаваем признаков, что мы хотим дать бог. Нахуй, говорит, назад. Назад. А что там? Что там? Не знаю. Мне машина говорит, нажмите тормоз, а меня тут бакует на меня. Слышишь? Это проверка, может, на алтушке такая, что ты назад даешь. А задом не должен давать. Стой до Талова. Когда подойдут, откроют окно, скажут, ты первый говори, чё нахуй? Проблемы? Сейчас Гога выйдет, напиздит вам. Я с этого стрима знаешь, что понял? Да. Что в целом какие-то чуть-чуть опасные места, лучше с другими людьми ходить. Не со мной? Не с тобой тоже. Нам нужна песня, слышишь, рок-стар, поп-стар. Я клянусь тебе, умоляю, я клянусь. Я клянусь, я эти темы знаю, бля. Я на алтушке жил, на бабке. Я все знаю, понимаю, какие здесь законы. Бля, бля. Сань, я за рулем, не пожалуйста, ты, мне рок-стар, поп-стар. Есть в этой жизни одно правило. Правило, челы приехали покайфовать. Дают боком, вызывают... Саныч, Саныч, рок-стар, 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 поп-стар, рок-стар, рок-стар, поп-стар. Рок-стар, поп-стар, рок-стар, поп-стар. Мужики, а вы опытные здесь? Вы опытные здесь? Да, Сань, что такое?
А как нам в круг приехать, подснять хотели? Просто кадрик. Вопрос. Кружочек. Если случайно просто подскользнусь, там и бублика дам. Не дадим, не дадим. Просто встать, сфотку сделать. Инстаграм, хайп. Лайки. Сфоткаться, к сожалению, мы стримим. Не можем сейчас фотографии. Это видео называется. Много фотографий в одно склеено. 24 кадра. Rockstar Popstar на полную программу. Какой кринж? Rockstar Popstar на полную программу. На полную программу, Александр. Въезд здесь? А нас не пропустят дальше. Где ты видишь въезд? Там машина стоит. Ну, а там дальше уже край, все. Саша. Саша, Rockstar Popstar. Все, встали. Я вот так делаю, вот так, помигай. И скажи, вы куда нахуй встали? Да, там кто-то уже дает. Ну, давай мы круче них сделаем, просто Rockstar Popstar. Знаешь, что нужно сделать? Сейчас Макс закончит дрифтить, тебе нужно будет просто попросить Шкоду, чтобы она выехала, и ты выйдешь сюда. Тебе ее убрать надо? Убрать. Уберите машинку, ребят, по-братски. Ну как-то ее... Зачем ты жилетку надел такую? Это безопасность. Мы же занимаемся опасными делами. Это организатор. Я не веду, просто пацан какой. Да. Уберите машинку. Он с рацией стоит. Ты нахуй жилетку? Я не приметил, блядь. Сними жилетку, пока не поздно. Лёхе одень, чтобы ему написать. Защита, мне уже не помогла. Мне уже не нужна защита. Нет, Лёхе жилетку, чтобы тебе напиздили. За то, что ты... Я не подумал, что это организатор. Неудобно получилось. Я тоже просто какой-то чем. Иди снимай, как там люди дрифтят. Да нахуй, меня снимешь, когда... Нет, мы заедем как короли. А нас запомнят люди. Сейчас нельзя, мы как короли заедем, потом как короли выйдем, и уже как короли сфотографируемся. Там у чувака на голове мигалка, тебе похуй вообще? Это вот такими они рождаются, что ли? Сейчас, секунду. Ну где уходи, мне страшно, ебану. Чё ты хочешь? Бампер потрогать теперь. А чё это он делает там, а? Я не ящу, но это вытащил. Я могу взрывать, но могу потушить. Пока ты спишь, мы спешим. Оскар, кинул две бумаги на бензин. Довези меня в постов. Нас позвали на ран. И за лайков репостов. Ладно, пойдем. Пойдем. Организатор? Да. Поможем выехать? Выехать? Да, можете. Только, ну, аккуратно, надо людей отвезти. Сейчас наш заезд под Rockstar Popstar. Александр хочет сделать. Ребята, давайте сейчас я других еще админов соберу, надо будет пообщаться. Пообщайтесь. А мы буквально один пол, у меня Мишлен, мне жалко. Не, мы сотрем ее вообще в ноль. Сколько она стоит? 300 тысяч. Лёха платит. Вы в ноль тире? Да. А кто вы вообще? Я не знаю. Мы просто местные Салтухево-блогеры. Салтушки-блогеры. И чё, большие? Сумасшедшие. Ну так, Алтушка знает. Залям, залям. Сань. Можно сфоткаться? Здорово! У тебя мигалка на голове. Да, я знаю. О, всё. Делаем, делаем. Делаем, делаем. Блядь! Это лучший день моей жизни! Саня, мы должны показать им. Мы должны стереть с шины, блядь. Там вон, блядь, на искрах двигается. Мы стираем шины или мы, блядь, лохи. Просто остаемся здесь. Приехали какие-то блогеры, попонтовались и съебались. Нам это надо? Нет. Вот именно. Главное сейчас не облапошиться. О, все, минус одна резина. Там лопаются у всех, у нас должны лопнуть. Не, я чуть-чуть. У нас мне должны жалко. Лопнуть. Мне жалко. Должны лопнуть. 300 тысяч, сэр. Не 300, сэр. О! 70 тысяч. Бога живой еще. 142 колеса сзади. Будете боком ходить? Мы сейчас, блядь, просто летать будем, ребята. Смотри, заезд только чуть назад, и вот там заезд будет. Здесь все перекрыто, вот там заезд. Тебе показывают, 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 светят. Туда, туда, говорит, давай, давай. Все, убрались. Короли дорог едут. Прижмется, пропустит вас, и вы выезжаете. Конечно. Спасибо. Оповестите всех, там хозяева едут. Лёх, это лучший день в твоей жизни, хоть он и последний будет. Мы сейчас покажем, как хозяева зажигают. Ты держись там, главное, на заднем сиденье. Держись там своими руками за все, блядь, ремни. Мы сейчас сделаем за нас. Мы сиять будем в твой последний день, как никогда. Саныч, ты перед своим другом сейчас вот это делаешь. Он дал нам эту дорогу в интернет, вообще в хайп. Я это делаю ради твоего говна, это раз. Это первый момент. И ради Лёхиного здоровья. Если я умру, напишите на моем надгробии
Его поцарапала гнилая тварь. Алексей Кореш. Гнилая тварь. Слышишь? Ты подготовил поп-стар? Саша, делаю. В дуру. Смотри. С фонариком. Ты заезжаешь, делаешь дуру, потом мне говоришь, Сань, вылетай. Я вылетаю и снаружи еще снимаю, как ты ездишь. Понял? Зафиксировал? В какой-то момент я даю круг, и ты должен вылететь так, как собака, которая с горы летела. Вот так, Бобик, стой! Вот так. И в какой-то момент встаешь на ноги и продолжаешь снимать. Смотри, сейчас организатор подойдет. Организатор подойдет. Скажу, блядь, уберите вот эту Шкоду. Скажи, ну что, мне долго ждать вот так? Скажу, у меня по минутам все расписано. Ты уже сказал одному, тебе говорят, какую ты жилетку надел. Я говорю, уберите эту черную. Да не знал, но обычный парень подошел. Да я потом смотрю, у него рация в руке, думаю, бля, обычные парни с рацией в руках не ходят. Это будет как форсажи, типа, копы. Да. Все напугаются. Говорят, что часто, да. Вон этот, слышишь, нам надо как-то перед ним это не проебаться. Он уже меня не любит по умолчанию. Вот я сейчас такой, блядь, в жилетке сейчас будет. Вот этот он меня не любит, который слева. Слышишь? Да, ну не то чтобы не любит, не да. Я бы сказал, что он просто остерегается. Что ты странный тип. Я просто газ задал не в том месте. Согласен? Он просто подошел что-то спросить, а я ему давай, машина. Он подумал, вдруг какой-то важный человек приехал. А вот охранник ебать с пивасиком просто. Что там? Восьмерку закроешь, Саныч? Восьмерку сможешь сделать? Сделаешь, Саныч. Я просто кругаля аккуратно. Нет, Саныч. Ну, блядь, мы поп-стар даже не дослушаем. А где у тебя телефон? Телефон. Где сейчас, телефон? Сейчас. Все а снимайте. Сейчас шины будут лететь. Поп-стар, умоляю. Это хит, пацаны. Поп-стар, устал бы до пизды. Давай! Газышка! Она меня отпиздила! Пытали! Блять! Открой! Чувак! Она меня отпинала! Реально? Да! Она там! Она меня отпинала! Она вон там, подъезд! Ты понял, я стоял, и она подошла меня с ноги въебала два раза. Я не шучу, клянусь, я охуел. Я думал, я кому-то мешаю, я поражусь, а она там. Это просто пизда. Я вообще потерялся в пространстве, понял? Ты дрифтишь, и меня сзади пинают, я поражусь, а она там. Она просто вышла, мне два раза ебанула и ушла. У меня сердце бьется, я не понимаю, что происходит вообще. Можешь с собой селфи? А? Селфи. Не, нельзя, сейчас мы снимаем. Лёха, она здесь. Лёха. Пойду в ебую. Лёха, она здесь. Ваши мульки просто взрывают. Может, я просто в ебу. Ура, нахуй, на вашем фоне. Давай. Ура! Хуяти Наруто, блядь, а вы че? Фоткаться не могу, нельзя, но ура можно. А вы что сюда будете? Типа, на тусовку? Да мы дрифтуем. Дрифтовать будете или нет? А уже вылетел, что? На движку? Да ну нахуй! Я сказал, что это ты дрифтил. Вот он за рулем. Дай резину посмотрим. О, Сань, да ебать, тут еще жить и жить, слышишь? Еще заездов 10 таких минимум. Можем еще. Я до сих пор на адреналине каком-то непонятно. От этой бабы? Нет, просто в целом ситуация была. Мы ебануто дрифтим, я выхожу, снимаю, как он дрифтит, меня сзади пиздочил, такое поворачивается, а она там. Я просто в центре круга, меня все снимают, меня отхуярили ногой. Она еще просто... вот так стояла, смотри. Очень странная хуйня. Я говорю, можем еще раз так? Да. Я вошел во вкус. Давай, делай. Не, по сути, делай. Я на первой передаче был. Давай, делай. Я объявлю. Подожди.
Подожди. Сань. Едем? Я тебя объявлю просто так немножко. Короче! Все, что до этого было! Все, что до этого было, забудьте! Сейчас будет реальный дрифт! Стороны посмотрим. Не, я внутри. Все, мы едем срочно, сказали следующего. А я сажусь? Не, никак. Пожалуй. Все, пожалуйста. Пожалуйста. У Гоги спроси. У Гоги. А ты спроси у него. У Гоги спроси. А кто? Вот этот, блядь. Гога. Давай, все. Сейчас ждут все ебануты. Гога. Нет, просто дай чуть проехать. Я такой у вас поклонник, блядь. Ну что, вообще пиздец. Пожалуйста. Могу я сесть с тобой рядом? Да он принципиальный, понимаешь, с ним будет сложно. Спроси его, Саша. Саш! Нет, я нихуя не решаю. Пожалуйста. Через Гогу, блядь. Все моменты, мы всегда решаем. Через водителя. Нет, нихуя, это же этого машины Гоги. Он перекидывает на него. Да это, блядь, ему у него настроение такое всегда. С ним сложно договориться, но можно. Все, следующий попробуй. Давай. Делаем. Обидели, песню нужно. Да не, дай без музыки. Нет, с музыкой, пожалуйста. Что, можно ехать? Только почувствуй. Давай. Попытка номер два. Саня, чтоб не обосрись. Хорош. Бля. Этих людей не сломай. Разошелся, блядь, осторожно. Тебе говорят, стой. Ебать, я разошелся, Саныч. Саныч, ебать, стой. Что? Там все в ахуе сейчас. Педро. Мужики. Не охуеете, да? Вообще заебись. Это я за рулем был, сейчас пересел. Обмен на машину нужен? Да ну нахуй. Пожалуйста, поехали, у меня все время ощущение, что зад пиздит кто-то, блядь, сзади. Нормально было? Нормально было? Я тебя сегодня отвечу с этой бабой. Она говорит, меня снял? Чел в газ. Он снял. Покажи, пожалуйста, на стрим. Умоляю. Давай. Скинь в ТГ. Блять, вы прикиньте эту хуйню, я же говорю, это пиздец. Это еще лучшее, что она могла сделать, она могла вообще вцепиться мне в лицо. Я просто под трассиком дала две штуки и убежал. Просто нахуярила мне. Странное ощущение очень испытывал. Дорогая. Под нее надо было. Я сейчас хочу припарковаться, бампера потрогать. Что потрогать? Бампера потрогать. Выбирать. Номера поставить ты хочешь? Чего? Лучше бы я в шахте был нахуй, в донаторе. Спид отменяется. Чего? Еще не факт. Отменяется. Нет, там через время все. Отменяется спид. Нет, там через время. Отменяется, ВИЧ и спид отменяется. Вне организма ВИЧ живет одну минуту. И даже если на ногте у нее что-то было, оно уже умерло давно. Так что чил. Это если бы она меня, я хуй знает, каким, не знаю, короче, отмена по ВИЧу реально. Ты думаешь? Ну, я думаю, да. Да не, мы ща, отдыхает колеса. Ну, в любом случае, завтра пойду кровь сдавать. А теперь туберкулез пишут. А то, что меня ударили, тоже что-то значит? Ну, теперь тебе одежду сжечь надо, братан. Вот это тупик. Блин, конфета вылетела. А как она здесь оказалась? Кто ее подвез? Вот она сейчас справа, смотри. Где? Напугал, блядь. У нее очень быстро настроение меняется. Я? Да. Мы с ней когда общались, ты не зафиксировал этот момент? Стоп. Саня, ты понял, что мы респектабельные в уличных гонках? Бля, я охуеть здесь движ, реально. Прикинь, когда про это говорили, я думаю, это полный пиздец. Да, это просто... Здесь ебанутый движ вообще. О, моя машина? Че, мы на базу движем? Дай кофеек, пожалуйста. Тут
пока не знаю, в нем уже ВИЧ инфекция. У меня передоз адреналина, мне надо вообще подышать. У меня очень странное ощущение. Подышать на улицу хочешь? Пусть тебе напинали по жопу. Ну, меня кританула она, потому что со спины, понял? Кританула. Она как Рики. Да, а сделайте монтаж, она как будто Рики из-за виза появляется, и мне два вот таких. Прикинь, если бы ты случайно отреагировал, ну, тело отреагировало, ты бы просто въебал бы. Не, у меня если, ну, автоматическая реакция, у меня сразу страх. Вот такой. О, за что? Я не представляю, тебя высаживают из машины, которая дрифтит. Самое смешное во всей этой ситуации, что я думаю, это кто, какой-то пацан? Меня просто вхуярил. Я просто думал, и тут мы в центре, ебанутое количество камер, понял? И мне сейчас нужно будет отвечать. И я просто поворачиваюсь, а там вот этот палочник. Богомолья, мать. Я просто думаю, это та самая ситуация, как, знаешь, на школах. Вот все собрались, Джуди там смотрит, все. И у меня парень просто самый крутой въебывает. Типа я ему мешаю смотреть. И я должен либо отвечать, либо хавать. И думаю, потом тебя все харкают, если ты не ответишь. Не, меня если вырубают, то потом все снимают вот так лицо мое. Я вот такой понял. И вот этот видос passed out на ютубе. Саня, ну блядь! Кто ж на кресло ставил? В руке сдержалась! В какой руке она на кресло стояла? Ну я своей кофтой вытру, брат. Ну я тебе оплачу химчистку, брат. У меня салфеточки спиртовые есть, хочешь? Заодно от ВИЧ инфекция защищу, если денег. Можно. И вот я трястись начинаю от удара, смотри. И она уходит. А знаешь, почему она это делает? Расскажи. Потому что она понимает, что ты мужчина, и ты не ответишь. Как ее мир изменится, если бы ты. Как бы ее мир изменился, если бы ты ее воткнул? Так я могу это сделать, Лёх. Хочешь, зато лето уже запомнится навсегда. Просто куски резины отлетают, да. Хватает. Ну прикинь, тоже вот человек, который это все организовывает, он себя как ощущает охуенно. Да? Он король. Что он типа понял? Я бы хотел с ним встречаться. У меня еще в этот момент подбегает она и тебя пиздить начинает. Где она? Может быть, найти эту алкашку ее? Блять, это она нахуй. Ах, вы суки, пидорас! Осуждаю эту. Здорово! Начинающие стримеры! Да? Да. Ходи подписчиков пока. Все будет. А как она называется? Гога местный. Гога местный? Да. Ты Гога? Я Гога. Ну вообще Георгий. Или ты в шоке? Отвич как назвать? Гога местный. Гога местный? Да. Ну я тут у меня там пару подписчиков буквально 10. Сейчас прибавится. Я начинающий, но рад очень видеть. Напишите, зайдите, напишите. Гоги, привет от Гоги. Да, его Гога зовут. Тебя Гога зовут? Я охуел! Все вопросы к нему. Тебя Гога зовут? Ну да. Ну, реально? Ну от Гога. Кому все вопросы? 3 литра! Трешка? Хорош. Саня, аккуратнее! Есть возможность заразиться, Саня, аккуратнее! А что она сказала? Я не слышал, слава богу, надеюсь, вы тоже ничего не слышали. Она опять запретки хуярит, блядь. Погодите, камеру бил, может, Саня сейчас... А подальше просто, чтобы она не пизданула запреток, уже она хуярит запретки. Ну, проучить надо, как будто, да? Ой, ебать! Сань, ну... Гог, что за хуйня происходит? Сейчас за какое-то карповое озеро. Не о, осуждаю. Смотри, блядь, ну это просто ебанутая, блядь, тварь солевая. Саня! Ребят, у кого перцовка есть? Нужно ехать, она пропадает на фраму. Не могу. Смотри, она уже... Все. Саня! Осуждаю. А я на стриме? Нет. Сейчас еще Гоги достанется. Пацаны, мы уезжаем! Она остается с вами, делайте что хотите. Я не хочу пока она рядом уезжать. Она сейчас по машине пиздить начнет. Наль! Встань!
Ну теперь у тебя, она к тебе особо прикосновений дала? Да не, я в порядке. Где она? Она бедная, она в поле села, закрылась, бля. Я знаю, что ты сделал, но мне чат просто ломают, ребята. Откуда играет? Это не взятка, это души. Это пиздюнь твой Оскар. Кинул две бумаги на бензин. Гагаринский дом 3. Но у тебя паника. Глянули в чарт. Психология против ММА. Не, это снипы тебя любят 36 и 7. Она встала. Она встала с травы. Идет, смотри, она идет. Под эту песню. Смотри, какая кошечка. Кинул две бумаги на бензин. Увидев ее, она рокстар. Это по району гадит. Ебать, она сейчас из дыма выйдет! Она из дыма сейчас выйдет! Мы с ней разговариваем. Она говорит, мы с тобой поспорили, что ты приедешь. Я говорю, так я приехал. Она говорит, приехал и мне нахуй. Я не понимаю, я пытаюсь с ней, понял, я пытаюсь вывести ее на правду, что типа... Я говорю, так я тут при чем? Ты меня ёбнула ногой за что? Она говорит, извини, я хотела Гогу ёбнуть. Я говорю, так я не Гога, за что меня? Она начинает меня хуярить. А меня за что? Я вообще не Гога, блядь! Блядь! Я вообще... А кто Гога? Я вообще уже ничего не понимаю. Как хорошо, что я не Гога. И я не в оранжевом костюме. Сань, есть очень крутой пранк. Да. Она в инвизе, блядь, где она? Она сейчас сзади, два тычка. Она два тычка сейчас будет сзади. Сейчас просто дыма. На какого-то вот, условно, вот этого парня надеваешь свой костюм, типа, бля, подарок на стрим. Решили разыграть. И просто чел стоит, снимая дрифт, ему дрифт. И мы ждем, и мы ждем. А мы вот так садимся, и 2х на него. Я-то просто выбрался из Майнкрафта в реальную жизнь, я понял. Заплак! Вот это, Сделайте. Да, да. Она в скине зомби, реально. Я именно в броне. Нет, вот скелет, этой. Скелет. Вон она. Смотри, пожалуйста. Камеры. Типа. Ой. Она в центре? Да. Так еще по капоте выходит. Она флаги ей показывает. Знаешь, мы кого-то на сервере в этом, в Сан-Андреас каком-то просто. Да. На Маджестике. Смотри, снимай сейчас Леху, я его сейчас напугаю. Смотри на Леху, вот камерой. Блядь, он моё! Разъезди, шпаны! Сори, что так тихо, просто голос осип. Так бы в полный голос крикнул. Она мне, знаешь, что говорила? Из-за чего она меня бить начала? Она, я говорю, я не Гога. Она говорит, скажи ему, Гога, ты мудак. Я говорю, это мой друг, я таких слов сказать не могу. Она говорит, скажи, Гога, ты мудак. Я говорю, не могу я сказать. И она все больше злилась. Ой, блядь. Она, кстати, самое смешное, она ударила, попала по каске. Не зря я с каской вышел из дома. В решающем это прям углом планшета мне в каску дает. Но сегодня вот тот самый день, который мы запомним навсегда. А как появилась Гога вообще? Она подошла и говорит, ты на Гогу похож. Мне еще нравится эта ситуация. Она на меня гасит, я пытаюсь ее успокоить, и 5 телефонов вот так. Но если бы телефонов не было бы, ну... Если бы телефонов не было. Блядь, лежало бы. Че, ладно, давайте заканчивать чат. Давайте. Спасибо всем, кто сегодня был. Гоги, спасибо. Спасибо, чат. Завтра сплав. Завтра сплав у нас, да. Мы завтра по Москве-реке плаваем. Ну как, мы уезжаем из Москвы на километров 100 и по речке пытаемся вернуться в Москву. На надувных бубликах, в виде пончиков. Пока, чат. Это лето вы запомните на всю жизнь. Если кого-то из вас зовут Гога, знайте одно. Ходите аккуратнее по улице. Надеюсь, мы не зря спит.